я уволен. 911, что у вас произошло? Роботы, они нападают. О каком типе роботов речь? О транспортном, у компании их армия. Они привозят коробки по всему складу. И такой на кого-то напал? На моего коллегу Джерома. Он понесся на него, как камикадзе, врезался в конец стеллажа и повалил все, что было. Какая хрупкая конструкция. Так, расступитесь, дальше мы сами. Здравствуй, Джером. Есть проблемы с дыханием? Нет. Очевидное разможжение тканей. Трудно определить, в какой степени. Я просто хотел отлить. Это основная человеческая потребность. Ты помочился на него перед этим? Зачем ты это сделал? Наш начальник запретил нам ходить в туалет. Это портит показатели. Так утверждает начальник Шейн. А где сам Шейн? Никуда не уходите, Шейн. Охрана труда вам устроит.